Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Московский роман». О чем сериал «Московский роман»? Сюжет. Они встретились на закате социализма и были счастливы, несмотря на разницу в возрасте и упорные попытки их разлучить. Впереди были лихие 90-е и наши дни. Устояли ли чувства влюбленных? Как сложились судьбы современных Ромео и Джульетты и их детей и внуков? Об этом новый сериал телеканала «Россия-1» «Московский роман». Ирина Аксакова и ее обеспеченный и эксцентричный возлюбленный Юра Тычкин счастливы вместе. Юру не смущает, что любимая старше его на 6 лет, а для ее дочери Лизы он стал лучшим другом. Однако идиллия не по душе властной матери Юры Марианне Николаевне. Она не одобряет выбор сына и мечтает женить его на дочери своего бизнес-партнера Ивана Ивановича, тем более что ласка влюблена в Юру с детства. Тычкина предпринимает самые изощренные попытки разрушить отношения сына Ирины. Насколько сильны их чувства и выдержат ли они испытания временем и безденежьем? «Московский роман» — содержание серии. «Московский роман» — глубокая, честная, непростая и красивая история о том, что в любых обстоятельствах надо оставаться человеком и продолжать любить, чтобы не случилось и в счастье, и в радости, и в горе, и в абсолютной бедноте, делится своим мнением о сериале «Чадов». Любовь и красоту нужно беречь, потому что разрушить все легко, а склеить потом сложно. 16 серия. Агния возвращается домой для того, чтобы собрать свои вещи. Она планирует поехать учиться на ювелира. Ирина советует ей простить Гарика. А он, отчаявшись найти Агнию, решает уехать за границу. Тычкин находит, наконец, портрет Серова, когда-то проданный Ириной, и хочет его купить, но цена непомерно высока. Агния должна принять самое трудное решение в своей жизни. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.